А это у нее так, блядь, завода, блядь. Короче, сальнику, коробки, пиздище. Вот тут пиздец, масло сколько набрасывает, нахуй. Ну, подвижку уже меньше, нахуй. Но тут я не пойму, это старое масло или что, блядь. Это вот я поменял прокладку под стакан, нахуй. Тут старое масло. Вот рейка. Тоже сальником пизда. Обоим причем, скорее всего. Вот. Что по поддону хуй поймешь, вот здесь вот что масло откуда, блядь. Болт, про который я тебе говорил, который прокручивается, он вот здесь. Вот тот первый. То есть, а мокрый вот здесь. Видишь? Здесь все мокрое, нахуй. То есть вот в этой части поддона тоже какая-то беда, блядь. Похоже. Как раз тот угол, куда она наклонена. Вот фильтр топливный. Тут вообще просто, если что, даже какого бы размера не было. Вот. Дыра. Одна. Пиздец. Дыра вторая, вообще пиздец, короче. Все. Чтоб ты понимал, там, если это варить, короче, это надо снимать бак, всю хуйню, короче. Перед, блядь, здесь вареный. Перед, врезанный вот этот стакан, вот этот кусок вот этот. Вот он уже тоже, блядь. Короче, он уже тоже весь сгнил. Вот они, дырки нахуй у него. И там. Ну, короче, она переваривалась, походу, ударенная была сюда. Или не знаю, для каких целей они это сделали вообще. Короче, вот это переваривается. Смотри, здесь то же самое, пиздище, короче. И это в таких местах, которые, ну, блядь. Ну, плюс рычаг. Да, кривой, как вот он, да, скривился, блядь. Или нет, ну, короче, хуй знает, чё. Самое стрёмное в этой хуйне, то, что вот он люфт по приводу, он разъёбанный один, наружный, и второй, то же самое, то есть просто пизда. А сам знаешь, их, короче, хуй купишь. С инблоку заднего пизда. У меня валяется, конечно, но, на самом деле, пиздец тоже. Тоже сопливает масло с редуктора, блядь. Ну, с коробки самая печальная эта хуйня, то, что это разобрать пол машины, чтобы, блядь, долезть до этого сальника. Ебаного, блядь. Есть монтажка? Стойка стабилизатора, шар, он говорит, не его, блядь. Ну, серьга еще, блядь, более-менее, ну, тоже я бы поменял, судя по внешнему виду, нахуй. Судя по внешнему виду. Выхлоп. Выхлоп, у тебя нихуя не прогорела ни прокладка под выпуском, как ты думал, а вот смотри, что у тебя случилось. То есть кто-то полез его откручивать, не знаю с какой целью. Обломили. То ли ты, то ли кто, обломили шпильку. Сейчас нахуй снимать весь выпуск, надо сверливать его. И, блядь, на гайку прихуячивать. Именно в этом месте она и хуярит, короче. Залупа, что я тебе могу сказать.